Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим FM-трансмиттер от компании RS, модель FMT107. Поставляется он в какой-то упаковочке блистер. Давайте рассмотрим комплектацию его. Так, все, достаем и рассматриваем. Вот сам FM-трансмиттер полностью пластиковый, подключается он на питание 12 вольт. Есть небольшой дисплей и кнопки управления. Разъемы AUX, USB и карточка SD. Разъем USB выдает 500 мА, то есть можно какие-либо устройства подзаряжать. Вот в комплекте также есть дистанционный пульт управления, AUX кабель и предохранитель небольшой запасной. Вот. Все диапазоны частот стандартные, то есть от 87,5 до 108. Вот сейчас давайте мы подключим его на питание прикуриватель. Видим, он подключился. Также здесь можно регулировать звук. Все полностью вот. Ну и выставлять частоты. Все по стандарту, как есть. Вот при покупке данного устройства на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.